Здравствуйте, мои дорогие скорпиончики! Это Таро прогноз для вас на неделю с 8 по 14 мая. Общий Таро прогноз для наших скорпиончиков, красавчиков. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Благодарю вас за комментарии, за лайки, за дизлайки, за обратную связь и за подписку уже, конечно. Смотрите на моем канале Таро прогнозы на день, на неделю, на месяц, на год. Общие Таро прогнозы для каждого знака зодиака. А сейчас, дорогие мои скорпиончики, посмотрим, что карты Таро вам посоветуют вместе со мной. Возможно, окончание на этой неделе какого-то тяжелого периода, который уже длился, и такой логический исход. Только что просто засветилась десяточка мечей, поэтому оглашаю, доставать не стала, но просто говорю, возможно, окончание какого-то сложного, тяжелого периода, возможно, окончание болезни длительной, то, что шло к завершению логическому. Итак, скорпиончики, первый аркан, и у нас четверочка пентаклей. Держите свои денежки при себе. Но вам не захочется их никуда давать, девать. Может быть, кто-то будет заниматься накопительством, на что-то собирать на этой неделе. Кто-то просто не захочет тратить. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Кто-то может даже пожадничать, если кто-то будет просить деньги у вас. Такое тоже возможно по этой карте. По сделкам все стабильно. Эта карта по финансам все стабильно, но не стоит, вот знаете, делать необдуманные покупки. В личной жизни может означать собственничество, когда один из партнеров считает другого своей собственностью. Так, еще аркан для наших скорпиончиков. И тут у нас паж мечей. Это может быть новость. Новость может быть не всегда приятная по этой карте. Новость, которая возможно получить по интернету, по телефону. Вот как-то так. Может, вы будете искать информацию, один из вариантов, которая вам пригодится в дальнейшем, может быть, где-то использовать, сдача экзамена, проекта или еще, чтобы что-то, может, кому-то объяснить, доказать. Поиск информации, да, сказала. Тоже информация по воздуху будет поиск. И, возможно, общение с детками, знака воздуха, такие дети, знаете, ну, легкие, как еще объяснить. Детки знака воздуха. Так. Следующий аркан для наших скорпиончиков на неделю с 8 по 14. Умеренность, не спешите, не торопитесь. Кстати, вот по деньгам тоже правильно. Не спешите куда-то вкладывать деньги, куда-то кому-то давать. Не спешите использовать ту информацию, если вы какой-то у вас появится. Не сразу не делайте выводы. Осмотритесь, подумайте, спокойно все решите. Умеренность говорит о том, что если у вас была какая-то проблема, она решится. Подождите. Сохраняйте баланс, не злоупотребляйте никакими ресурсами, ни физическими, ни материальными, опять же. То есть, значит, не тратьте много и не жадничайте. Все спокойно, следите за своим здоровьем. Вот, кстати, тоже карта говорит, займитесь, может быть, здоровьем на этой неделе. Так, следующий аркан для наших скорпиончиков. Смотрю, чтобы не перепутать. Вот видите, и тогда у вас все получится, если вы будете делать все спокойно, не торопясь, подумав, все взвесив. И вы окажетесь победителем. Это заслуженная награда, достижение того, чего вы хотели на этой неделе, когда люди будут признавать вашу победу. И это может быть и повышение по службе, и какая-то денежная награда, премия, еще что-то. Так что вот заслуженная награда не заставит себя ждать. Так, еще карта на эту неделю для наших выскочила девяточка, близкая к десяточке, то, что я говорила, что светилась. Это
часто означает надуманные страхи, когда человек может переживать о том, что может и не случиться. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то объяснил, вы уже думаете, все, вот оно так и будет, и это меня коснется. Эта карта, может быть, и да, есть какая-то проблема, но не нужно истерить. Нужно все еще хорошенько подумать, взвесить, как по умеренности, кстати, не торопясь, и проблема решится. И это вот, если будете сильно переживать, вас может это даже довести до болезни, до ночных кошмаров, до каких-то страхов. Может быть, у вас вдруг какие-то страхи проснутся, знаете, которые давно сидели, вы о них уже и забыли. Главное, отложить истерику по этой карте. Все решится, все получится. И достаю еще один аркан. После тем более таких мечей. Тут больше зачастую надуманные. То есть не нужно переживать о том, что может и не случиться. Решайте проблемы по мере их поступления. И тогда... Вот, у нас шестерочка пентаклей, это опять награда, получение денег, да, может быть, это карта благотворительности, может быть, кто-то вам просто так поможет, а может быть, вы к кому-то обратитесь и вам обязательно помогут. Еще вариант, кто-то к вам может обратиться за помощью. Такой тоже может быть, может кто-то к вам обратиться. Ну, я так понимаю, что не сильно вы захотите чем-то делиться. Вот. Не торопитесь и по возможности, да, если нужно, может быть, кому-то и помочь. И где наша колода Таро Ангелов? Достанем карту для наших скорпиончиков. Таро Ангелов. Колода. Совет для наших скорпиончиков на неделю с 8 по 14 мая. Уже май. И что мы здесь видим? Паж мечей. А мы здесь видим повторение карты. Видите? Это то, что я говорила. Это новость, может быть, общение с детками. Да, новости не всегда приятные. Это поиск какой-то информации, чтобы ее использовать для себя потом. Стимулирующая информация, вот на карте здесь пишет, видите, стимулирующая, то есть та, которую вы получите, вы сможете ее где-то использовать. Задержка или изменение плана, видите, возможно, да, задержка или изменение плана. Вот такой расклад получился для вас, скорпиончики, на неделю с 8 по 14 мая. Спасибо вам за просмотр, за лайки, комментарии, за подписку. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.